Сегодня 20 ноября. Это мой последний выход в лес. Что солнышко светит, даже не ждал. Это последнее солнце тоже. Наступает полярная ночь. Уже через 12 дней. Но так, сегодня день длится 4 часа 47 минут, если не ошибаюсь. По следующей субботу он уже будет 2 часа 27 минут. То есть выход в лес, он уже будет бесполезен. То есть только в лес зашел, уже надо будет уходить. Потому что темнота, солнца не будет уже. Такая красота. Наслаждаемся последним солнцем. Последними теплыми днями. Сегодня в городе где-то минус 7. Значит, где-то и в сопках, где-то может минус 10-11. Но не чувствуется тепло. Не чувствуется холод, сейчас тепло, хорошо. Снег блестит, белый, яркий. Красота такая. Всем рекомендую. Хотя уже никто не успеет, пока я выложу видео. Ну, допустим, группа вела отдых, они вчера ходили в лес. На Рог озера. Хотя кухня какая красота. Кстати, тропинка моя с прошлого раза еще сохранилась. Идет она туда. Странно. А вот следы зверей, вот много здесь. Следы. Вот тут какие-то птицы. Ну, они уже такие подзасыпанные. Тоже снежок прошел. Небольшой, но снежок был. Такая красота. Жалко. Прощаюсь с лесом. Теперь я в лес пойду только на лыжах. Где-то, ну, часа 20 декабря. Может, раньше, как озеро замерзнет, так чисто по озеру покататься, а потом уже в конце декабря, так в 20-х числах я уже буду. Ну, до 20 числа я буду на озере, а потом уже буду ездить в лес. Там как раз посветлее станет. После 20-х. Там начнет рассветать 21 декабря, вроде там самый короткий день будет. И будет возрастать, уже можно будет начинать походы лыжные. Так, сюда езжу далеко. А там у меня лес, который я хожу на лыжах, он совсем рядом. Мне никуда ехать не надо. Встал и поехал на лыжах. Такая погодка. Такое прощание с лесом. Еще немного шли. Смотрите, такое классно. Еще немножко и все, будет солнце зайдет. И уже до конца и надо. Сейчас мне природа напоминает весну. У нас такой жесткий, не провариваешься. Что подморозился, подтаял немножко, и там подморозился. Вот, и солнце светит. Яркое такое. Даже не верится, что скоро его не будет. На несколько месяцев. Оно от нас уйдет. Здесь куча следов. Вряд ли камера возьмется, все. Даже тут реально прохладно. Это минус 10, тут есть точно. У меня скоро сядет аккумулятор. Видите, как здесь красиво. Просто красотища. Не зима, но уже не осень. Как же так?